Добрый день, уважаемые мамочки! Сегодня хочу с вами поделиться своим опытом использования трусиков-подгузников Генки. Размер от 9, от 9 до 14 килограммов. Но мы использовали эти подгузники, наверное, нам было где-то от 12 до 13 килограммов. Поэтому все-таки я вам советую эти трусики использовать, когда ближе девяточки, то есть там 9, 10, 11, потому что все-таки они, мне кажется, протекают. Но если по ночам их использовать, да и не только по ночам, все-таки они протекают. Хотя, мне кажется, ну вообще я об этом слышала, что трусики-подгузники впитывают меньше, чем трусики, ну, соответствующих марок и размеров. Поэтому трусики лучше выбирать, вот, когда вес ребенка приближается, ну, где-то к первой цифре. Мне вот кажется, они у нас и протекали из-за того, что как раз ребенок был в весе и очень любил попить. Так, ну что касается подгузников, ну что обещает производитель, сделано в Японии, премиум, очень мягкие трусики. Ну тут по-русски особо ничего нет, ничего не показано. Наверное, то, что мягкие, дышащие, удобные, разных расцветок. Ну, в упаковке у меня попалось только две расцветки, для кого это важно. Подписано front, back. Обычно на подгузниках пишется где-то в одном месте, либо front, либо back. Но в этом подгузнике написано с двух сторон. А есть гибкая ленточка потом для упаковки. Так, теперь что касается подгузников. Для кого важно, есть идентификатор, по которому видно, написал ребенок или нет. Я думаю, такой идентификатор важен только для мамочек новорожденных деток, а потом уже мамочка становится опытной и сразу определяет с первого раза, пописал ребенок или нет. Очень мягкая резиночка, очень приятная, мягкая. Хорошо тянется, не натирает ножки. Не было у нас такого, что ножки натерлись. Резинка потом хорошо рвется, потому что были у меня подгузники, которые невозможно было сорвать с ребенка. Эти подгузники с ребенка очень удобно срываются. Они держатся и потом и рвутся хорошо. Так, давайте вывернем. Очень мягкие. Материал чем-то напоминает трусики Мэриса. Вот чем-то похоже. Вот, ну, немножко сейчас вдаль отойду. Вот у Мэрисов что подгузники, что трусики, у них почему-то разный материал. Вот именно трусики напоминают вот такой материал, как у трусиков Мэрисов. Ну, тут ничего не видно, никаких там слоев дополнительных, цветов дополнительных не видно. Но только что знаю, что они очень приятные, очень мягкие. Ребенку в этих подгузниках было удобно. В целом эти подгузники нам очень понравились. Покупались они со скидкой. По полной цене это цена обычных японских подгузников, Мэрисов и тому подобных. Ну, не знаю, все-таки, если цена одинаковая, то я бы предпочла Мэрисы. А если есть скидка на такие, то можно взять и такие подгузники. В целом, я этими подгузниками очень удовлетворена. Мне они понравились. Хоть они и нас и протекали, но мне кажется, это все-таки, что ребенок уже не то чтобы вырос из такого подгузника, а просто очень любит попить. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Надеюсь, что видео было вам полезным. Всем до свидания. Хорошего дня.